Разговор между нами, девочками, состоялся в 61-й Чебоксарской школе. Старшеклассницы обсудили некоторые вопросы с участницами Женсовета Республики. На беседу со школьницами пришли психологи, социологи, имиджмейкеры и просто неравнодушные мамы. Их главное желание – воспитать здоровое общество, помочь подросткам справиться с проблемами, научить их делиться своими переживаниями. Работа с одним классом не ограничивается часовой беседой. Участникам оставляют наглядные материалы, телефоны доверия, визитки специалистов, чтобы оказаться рядом в нужную минуту. Мы никак не хотим быть в стороне, потому что каждая мама заботится о своем ребенке дома. Она какие-то дает наставления, пожелания, чтобы ребенок был в безопасности. Ну а мы, как общественные мамы, тоже посещаем школы. Это сегодня наш первый выход, ни в коем случае не последний. Обязательно у нас будут и с мальчиками встречи. Подростки – люди особые, с тонкой душевной организацией. Иной раз обсудить свои проблемы с родителями они не могут. И в таких ситуациях на помощь приходят участницы женсовета. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.